Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспия-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Машина! Вот это капля! Артём, машина! Ау, смотри! Баба! Баба! Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознулись, около дома Сент-Эдвер. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов, готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор для этакого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. А, это как? Так она многотопливная. Есть и колосники под уголь, и обмуровка с воду с форсунками, поджидкое горючее. Ха, а чего ты раньше не говорил? Так вы раньше не спрашивали. Система подачи в рабочем состоянии? Надо смотреть. Вот с крестом и посмотрите. Мы самое ясно посмотрим, да только соляра от того у нас не заведется. Судя по тому, как местные лихо разъезжают на машинах, достать дизельное топливо тут будет проще, чем уголь. А с водой как быть? Без нее никуда, а баки пустые. Давайте решать вопросы в порядке поступления. Ну, пошли, значит, посмотрим, что там с теми форсунками. Привет, Артём. Небось, чистить все. Что надо? Идем. Чисто. Чисто! Что там с помещением, идиот?
Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно, надо будет прибраться. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Артём, подожди, я с тобой. Прошвырнемся, может, полегчает. Стёпа, ты же еле ходишь. Лучше отдохни, пока не твоя вахта. Да, Тёмыч, что-то мне хреново совсем. В следующий раз. Вот и правильно. Артём с Дамиром просто на разведку. Не воевать ведь собрались? А если нападут на них? Тогда они сразу обратно, а тут вы с Сэмом их прикроете. Так что отдохни пока. Да, верно мыслишь, Катя. А тут вон патрубок прохудился. Да, это хуже. Ладно, тоже запишем, там разберемся. Thank you.
Зря мы к нам сюда приехали. Я стою! Thank you.
Дружище, откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке... куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи.
Ты кто, Мирза? Не знал тебя совсем. Ты нас проверял пришел, да? От барон пришел, свышка, да? Прости, Мирза, я глупый, лохматый раб, ничего не знал. Хозяин наверху там, да? Хозяин все знал, да? Ты дал всем жизнь. Ты сделал хозяина велик, почти как ты. Дай, хозяин, сила, чтобы защитить твой раб от враги. Дай, твой раб, сила, чтобы хорошо работай. Ты кто такой? Что здесь делать? Кто разрешал? Хозяин, тебя не ждать! Иди отсюда! Нельзя туда! Болба, иди! Не смей! Священное пламя покарает! Я!
хорошо рубил! Не убивал, мерза! Я ничего плохого не делал! Что за сука там шумит на? Ну вот, падла, пойду я проверять. И чё мы, бля, топчемся тут? Чисто ложки зарёны. Милые, отбегу такие темы. Блин, нахера было так нажраться? Башка, сука, трещит, а... Ah!
хозяин, я помогу! Не двигаться! Жарко! Тело все жарко! Не выдержу! Все хорошо, хозяин! Скоро пройти! Скоро хорошо! Я отнести, положи! Удобно сдать, хорошо! Вот здесь удобно лежать, очень хорошо! Не двигаться совсем, больно получаться! Не могу! Больше! Сил нет! Совсем! Нет! Хозяин! Нет! Хозяин!
стой, дурак! Мать твою! Ты, блядь, кто такой? Сюда иди, да?
сказал! Ты друг, думаю! Дверь бекину! Ты стой, я лифт опущу! Ты Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Мунай Байлер народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль. Услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки запуска. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай-собака не приехал. Рабочий верстак, если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал.
Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил, он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Видишь, проход здесь. Туда лев, потом я. Вниз теперь иди, потом налево. Там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключал.